Здравствуйте, дорогие подписчики или просто зрители моего канала, представляю вам свой видеоролик «Ушедшие актеры из сериала». Следствие ведут знатоки, вышедший в 1971 году по 1989 годы, часть номер 1. Мартынюк Георгий Яковлевич родился 3 марта 1940 года, ушел из жизни 13 февраля 2014 года. Роль: Павел Павлович Знаменский, Пал Палыч. Причина смерти — рак легких. Люжди Эльза Ивановна родилась 19 февраля 1933 года, ушла из жизни 12 июня 2001 года. Роль: Зинаида Яновна Кибрид. Причина — рак легких. Бровкин Вячеслав Владимирович родился 22 сентября 1925 года, ушел из жизни 23 января 2016 года. Роль: бродяга Иван Васильевич Петров. Петр Васильевич Федотов. Марк Липко. Причина смерти — от старости. Самойлов Владимир Яковлевич родился 15 марта 1924 года, ушел из жизни 8 сентября 1999 года. Роль: Сергей Филиппович Михеев. Причин смерти — от сердечного приступа во время репетиции «Короля Лира» в трагедии Шекспира. Мильтон Эмилия Давыдовна родилась 15 мая 1902 года, ушла из жизни 12 февраля 1978 года. Роль: Антонина Валерьяновна Прахова. Причина смерти — инфаркт. Марков Леонид Васильевич родился 13 декабря 1927 года, ушел из жизни 1 марта 1991 года. Роль: Михаил Багров. Причина смерти — рак желудка. Савина Ия Сергеевна родилась 2 марта 1936 года, ушла из жизни 27 августа 2011 года. Роль: Майя Петровна, жена Багрова. Причина смерти — рак кожи. Волков Николай Николаевич, младший, родился 3 октября 1934 года, ушел из жизни 10 ноября 2003 года. Роль: Игорь Сергеевич Власов. Причина смерти — лейкоз, рак крови. Гундарева Наталья Георгиевна родилась 28 августа 1948 года, ушла из жизни 15 мая 2005 года. Роль: Алена Дмитриевна Миловидова. Причина смерти — инсульт. Сазонтьев Сергей Владиславович родился 28 октября 1946 года, ушел из жизни 29 июля 2011 года. Роль: Глеб Циарапов. Причина смерти — после продолжительной болезни. Иванов Борис Владимирович родился 28 февраля 1920 года, ушел из жизни 2 декабря 2002 года. Роль: Михаил Борисович Шахов. Причина смерти — инсульт. Богданова Людмила Петровна родилась 8 декабря 1923 года, ушла из жизни 8 мая 2015 года. Роль: Елена Романовна Сергеева. Причина смерти — нет информации. Катин Ярцев Юрий Васильевич родился 23 июля 1921 года, ушел из жизни 18 марта 1994 года. Роль: дяди Жора, черный маклер. Причина смерти – остановка сердца. Писелев Аркадий Михайлович родился 24 февраля 1926 года, ушел из жизни 23 марта 2002 года. Роль: Артур Николаевич Кротов. Причина смерти – нет информации. Приселков Сергей Александрович родился 1 сентября 1947 года, ушел из жизни 10 августа 2013 года. Роль: Константин Шутиков, бухгалтер. Причина смерти — нет информации. Якунина Ольга Ивановна родилась 28 июня 1911 года, ушла в 1994 году. Роль: Вера Георгиевна, тетка Шутикова. Причина смерти — нет информации. Лямпе Григорий Моисеевич родился 6 декабря 1925 года, ушел из жизни 26 апреля 1995 года. Роль: Сергей Рудольфович Ковальский, хирург. Причина смерти — нет информации. Платонов Леонид Васильевич родился 1921 году, ушел из жизни в 1992 году. Роль: Петр Васильевич Федотов. Причина смерти — рак желудка.
Андрианова Мария Ивановна родилась 10 августа 1920 года, ушла из жизни 19 июля 2001 года. Роль Варвара Дмитриевна Федотова. Причина смерти от старости. Кашинцев Игорь Константинович родился 17 июня 1932 года, ушел из жизни 11 декабря 2015 года. Роль врач. Причина смерти. Известно, что к смерти привело хроническое заболевание, от которого он долго лечился.